Во дворе на Октябрьском проспекте после реконструкции торжественно открыли каток. Спортивный объект может вместить еще больше любителей хоккея и желающих покататься на коньках. Подробнее у Богдана Колесникова. Площадку для занятий спортом между домами 8 и 10 по Октябрьскому проспекту открыли 6 лет назад. Жители проводят здесь турниры дворовых команд. Летом играют в мини-футбол и баскетбол, зимой в хоккей. Но всех желающих универсальная спортивная площадка едва вмещала. Мы ее расширили благодаря администрации городского округа. Владимир Петрович Ружицкий услышал, и это мероприятие, этот наказ вошел в народную программу партии «Единая Россия». И вот сегодня вы видите то, что коробка стала соответствовать требованиям для того, чтобы любители могли приходить из соседних домов и играть в хоккей, кататься на коньках. Алексея Жиганова отец поставил на коньки в раннем детстве. Когда погода располагает к занятиям зимними видами спорта, Леша надевает коньки и выходит на ледовую площадку во двор. Мне нравится каток, он в целом, вот раньше он был меньше раза, ну так, в четверть где-то. И вот он тут был такой, более-менее, сейчас его перестроили. Сейчас вот тут каток достаточно большой, я здесь часто зимой приезжаю, играю. Вот тут с папой меня тренирует. Очень нравится. Я живу вон в том доме рядом. Я уже тут 3 года катаюсь. Приглашаю всех на этот каток. Дмитрий Дениско тоже со спортом на «ты» со школьных лет. С наступлением зимы обязательно встает на лед. Покататься на коньках замечательно. Если в каждом дворе будет такая мини-коробочка, я думаю, что это для развития нашего детского спорта будет большое дело. Пока ребята оттачивают мастерство катания на коньках, Андрей Герасимов с дочкой наблюдает за всем со стороны. Кате нет и двух, но сверкающий лед уже манит. Мы бегаем пока, но без коньков, но уже присматриваемся. Да, вон как ребята все здорово катаются. Я думаю, на следующий год будем кататься уже. Здесь, я смотрю, хорошая площадка, здесь хороший лед. Я посмотрел, детишки катаются, они... Ну, рады, им это интересно. Здесь можно организовывать разного рода и турниры, и состязания, и просто покататься. Каток на Октябрьском проспекте открыт каждый день. Вход свободный. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.